Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон диаметром 30 сантиметров, настроен в тональность пентатоника си мажор, порядковый номер 671. Давайте слушать, как звучит. Для прослушивания с телефона лучше наушники использовать, если с компьютера, то акустику хорошую. Довольно-таки мощная. Если играть в полную силу, то есть удары, ну, я советую не использовать сильные удары, потому что он будет очень громко звучать. А микрофон просто не способен воспроизвести такой звук, он будет с искажениями, поэтому здесь я стараюсь тихонько ударять, если ударять сильно. Просто он сильный, но микрофон не может его воспроизвести правильно. Также можно играть руками. Инструмент уже настроен гармонично, поэтому на нем может играть любой человек без каких-то музыкальных знаний, без каких-то подготовок специальных. Просто взяли палочки и сразу играете. Руками немножко потренироваться нужно, но палочками сразу всех получится. Здесь нет несочетаемых нот, все ноты гармоничны, поэтому вы просто не сфальшивите. Лакировка здесь выполнена с блестками, они золотистые, такие звездочки, как переливаются на солнце. Сейчас пасмурно, и в помещении это, конечно, плохо видно, но вживую, когда солнце светит, это, конечно, выглядит эффектнее. Цвета здесь фиолетовые, синие, голубые, бордовые, они закручены узорчиком в галактику, как бы переливаясь с обратной стороны больше фиолетовых, синих. С обратной стороны здесь идет, как видно, такая небольшой лучик при обжиге получился. Так что вот такое у него родимое пятнышко. Ножки выполнены из натуральной кожи. Ножки обеспечивают защиту лакового покрытия. Вам не нужно беспокоиться о каких-то мягких местах, чтобы его поставить. Поставили, принесли, поставили на любую поверхность. Можно на пол, на стол, там, на асфальт, куда угодно. И с ним ничего не произойдет. Также они обеспечивают звучание инструмента. То есть на ножках можно поставить на стол и играть.
лучше всего, конечно, положение, когда вы ставите на ноги, это удобнее, и вы не только слышите звучание, но и чувствуете вибрации инструмента, которые передаются вам в тело. Поэтому, если вы поставите на стол, допустим, и будете играть, если на столе какие-то предметы рядом стоят, то, соответственно, все вибрации будут передаваться столу, часть вибраций, и те предметы, которые будут на столе, они будут тоже дребезжать. Поэтому вот именно, чтобы вся энергия инструмента попала в вас, вот это как бы такое положение, оно более предпочтительнее для игры. Инструмент можно заказать, обратившись ко мне. Я мастер, я их сам делаю, поэтому у меня без посредников, по самым минимальным ценам можно приобрести инструмент. Все ссылки в описании есть, там и сайт, и группа ВК, и телефон. Пишите, куда вам удобнее. Есть и WhatsApp, и Telegram. Или просто позвонить. Вот, гость прилетел. Так вот, на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.